Полицейские из Гожева Великопольского предотвратили ночную гонку уличных гонщиков из нескольких десятков автомобилей, сообщил в пятницу Григорий Ярошевич из Управления городской полиции в Гожеве Великопольском. Водители собрались ночью в четверг, 10 июня. На гонке присутствовали не только местные владельцы авто и мотоциклистов, но и приезжие с других воеводств. Гонки или дрифты можно практиковать только на подготовленных для этого треках. Полицейские не допустили незаконные гонки. Они хорошо подготовились, так как ранее получили информацию о предстоящей акции. В этом году это уже не первая гонка, которую установили полицейские.